Чё, давайте мануал почитаем. Это вроде европейский мануал, но я думаю, неважно. На всех языках одно и то же, отлично. Так. Кнопка A ускоряет или замедляет персонажа, меняет его скорость. Т. Какие-то особые выстрелы делает. Б стреляет. Угу. В городе Эда, столице феодальной Японии 17 века, Рами типичный ребенок, который охраняет ключ к секретному сокровищу. На самом деле Рами — это потомок инопланетян, которые прибыли на Землю в древние времена. Но что за секретное сокровище? Ключ открывает. Рами не знает важности этого сокровища. И, похоже, ее бабушка тоже не знает. Но одна вещь точно известна. Ключ был похищен, пока Рами была в локальном магазинчике, где зависают школьники. А теперь ей нужно вернуть ключ обратно. Рами отправляется в битву на ее верном драконе, которого зовут Спот. В тот момент, когда она встречает монстра-осьминога, американский флот и русскую армию, пока она не прибудет на корабль доктора Пона. Доктор Пон известен как самое умное существо на планете с IQ равной 1400. Выглядит как енот. Но и еще он вор. Очень странная история. Окей. В опциях можно поменять зону, ну, хитбокс своего персонажа, это необычно. Вроде континент там бесконечный. Можно отключить все заставки. Интересно. Нет, на самом деле континь не бесконечный. 3 раза на нормальной сложности. Если континья кончится, игра закончена. Угу. Так, есть, короче, выстрел, он стреляет... Ну, есть 2 типа выстрела. Один стреляет прямо, а второй стреляет в множество направлений. Если находить пауэрапы, можно усилить выстрел до 6 разных уровней. Угу. Есть дополнительное оружие. Есть наземные бомбы, взрывающиеся
звезды или самонаводящиеся маленькие дракончики. Так, еще можно использовать камикадзе атак. Если у тебя, видимо, дополнительное оружие, это маленькие дракончики. Можно использовать два из них. Не уверен, что я правильно понял. Ну, вроде бы на С можно уничтожить всех вокруг. Короче, посмотрим. Два вида основных пауэрапов. Если собирать пауэрапы одного типа, то будет усиливаться атака до 6 уровней. Еще есть жизнь. Можно заработать по одной жизни в каждом эпизоде. Доп. Оружия. Но это мы уже читали. Их можно усиливать, если находить подряд несколько. Вот до 3 уровней. Или 4. Видимо, какие-то до 4 уровней могут улучшаться. Какие, непонятно. Персонажи. Рами. Таяс Пота Дракончик. Еще есть бабушка и дедушка. Не знаю, что должны охранять ключ, но не знаю, зачем он нужен. Вот только доктор Пон знает, для чего нужен ключ. И охотится за ним долгие-долгие годы. Так, еще есть слуги доктора Пона, 7 богов, хорошей удачи. Но они, видимо, боссами будут. Так, вот, 7 уровней. Секрет сокровищ нам скажут после 5-го. После 5-й главы. Эта глава называется «Битва на горе Арарат». Как в Диабло. 5-й акт. Привет, Магириана. Вон поправить кучу. Ну вот, в общем-то, и все. Здорово, привет, Хельга, спасибо, и тебе удачного вечера. Короче, сюжет. Мы охраняли ключ, чувак его спер, зачем ключ мы не знаем, но мы должны его вернуть. Вот, он знает, зачем ключ. Так. Это на Sega CD. Наверное, надо это подправить. Да. Я тут запускал, сначала написал скрипт, который посмотрел, какие есть игры на Sega CD, японские эксклюзивы. Потом запускал каждый этот эксклюзив и смотрел, что это. Короче, большинство это RPG, которые невозможно играть без перевода. И там всего где-то же...
6 игр. The shogun, facing an uprising by the anti-government movement, asked France for military help in order to suppress the rebellion. As the French were unwilling to assist, the government turned to the American delegation that was visiting Japan at the time to negotiate the Japan-US peace treaty. You see, America was known as the country which had established a unique scientific technology by combining its native Indian shamanism with alchemy from Europe. It was the utilization of this science which had allowed an infant nation to grow into a military giant within only one century. The American delegation's military entourage, with its 20-gun mechanized unit, was powerful enough to defeat three major armies of the anti-government forces in less than 2 weeks. As a result of this military intervention, as well as the peace treaty with America, forced upon the shogunate by these circumstances, Japan moved ever closer to becoming America's protectorate. Unrelated to these historical proceedings, deep in a mountain north of the capital city lived the descendants of the ancient gods, protecting their ancestors' secret treasure. Down through the ages, their numbers had dwindled. Now there remained only an old couple and their granddaughter Rami. They alone kept watch over the treasure of the ancient gods. Wooden ship appeared suddenly from the sky and attacked. Stolen the key to the secret treasure. Good work. At last, this key is mine. Okay. And I wasn't there to stop them. I hate this. Hyper cutie bunny chase. Huh? Rami, where have you been? Well, I got hungry, so I went to the mini mart to get something to eat. First I thought I wanted a burger, but then... You were supposed to be guarding the key! Now save it in front of our ancestors! Shame! Shame! Shame on you! Да, я забыл, о чем я говорил. Ну, короче, практически все японские эксклюзивы неиграбельны, только несколько, да и то они среднечковые. Может, там есть какие-то переводы, но я пока не смотрел. Вот. Так, это демо-режим пошел уже. Что, погнали? While they were stealing the key from us, you went to get a snack, you fool! Ow! You don't have to get so upset about a dinky key! You don't understand anything! It was Dr. Poon who stole it from us, a super intelligent raccoon. His IQ is 1400. Can you even guess how important that key is? Well, what is the key for? It's for the secret treasure. Then what is the secret treasure, Grandma? Don't ask so many questions! The only thing I remember is, it's called Ark. Ark? I wonder what it is. Dr. Poon wants to use the Ark to turn this planet into a raccoon world. Hey, why not? Sounds like fun. What a fool you are. It was totally your fault. You know that. You really should... I guess you'll never learn. Well, listen, Rami. Until you get that key back, you will get no food. That's right. No key, no dinner. You'd better hurry and chase them down. I hate this.
Hey, Spot, we gotta go. Spot, are you still sleeping? Wake up! Короче, пока ключ не добуду, еды мне не будут давать. Так, немного громковато Можно, кстати, об землю тереться, я помню, пробовал. О, блин, что такое-то, а? Ну, какое-то время мне нужно будет к нему привыкнуть. Интересно, я успею его убить? Или он в яму свалится? What? Ощущение, что лучше его просто не бить. Вот я его убил, ничего не получил. Кажется, под ними безопаснее находиться.
Я жизнь где-то здесь выбил. Перед входом в туннель можно выбить жизнь. Понятно, я могу корову убить. А если не стрелять, дракончики появляются, и вот это камикадзе атака. Зад показали яйца дракона. Классно. Похоже на птичек из игры Флиппи или как-то так. Флики. Собаки на досках или на коврах самолетов, на чем-то таком. Типа это я уже на максимум проапгрейдил. Ну вообще, наверное, надо было правильно самонаводку брать. Это что, чуваки нырять собираются? Понял про рыбу. О!
Интересно, если я подберу другой апгрейд, то этот у меня, ну, то он на ноль сбросится. Босс? Пока ничего не дамажит. Убил. Бомбы разрулили. Здорово, Зубокрыныч, спасибо большое за подписку. 40 месяцев, спасибо. Так, сейчас. Спасибо большое. Да, неплохой юбилей. Красивый. Так. Черепахи такие удивленные глаза. Что происходит? Что за чувак у меня на спине? Почему я летаю? Почему я черепаха, а на самом деле я дракон? Мяу. Похоже, у меня максимальный апгрейд. Напоминает Поги-Поги, а это на чем? Нет, это ни о чем не говорит просто. На SNES-е? Я помню, там Поки энд Роки игра есть. И нотами. А как я должен был эту войти? Типа надо было другую точку убить. Там две части вроде. Там вид сверху, они там картами кидаются, вдвоем можно играть. Такой топ-даун шутер. Я могу камикадзе шот делать, по идее. Так, один дракончик отлетает, и надо подождать, пока снова установится. Давайте вот так сделаем.
Это что, надо только синий бить? Вот и жизнь. Но игра чисто японская, которая вышла почему-то на американский рынок и европейский, поэтому она выглядит так. Упорота, да. Ах ты собака. Testing. 1, 2, 3. Testing. Oh no, what is that? Attention, attention. You up there on the dragon, turn around and go home. Hey, you don't want to take on the U.S. Navy, do you? Go home, kid, before you get hurt. Корабль американской армии. Здорово, Свипер. Сейчас будем с американской армией драться. Давай. Куда стрелять? Ну все, что могли, разломали, теперь нужно детка убить, когда он вылазит. Напоминает появление крота из норы, и нужно его ударить. Ой-ой. Да блин. Стратегический выстрел дракончиком. Но это еще не все. Конты вроде конечные. Три контейнера на дефолтной сложности должно быть.
push to start. Это я прошел 3 уровня из 7. Потратил вроде 1 континью на первом уровне. Танки с вертолета сбрасывают. Я так понял, 2 уровня мы с американской армией сражаемся. Ну или начали на предыдущем, закончим на этом. Да, с нулевой жизнью не очень мне нравится. Какой-то супер самолет или вертолет. Видимо, сейчас будет. Thank you.
А? Чё? Как меня подбили? Вон две дощечки, это типа два контейни, видимо. Я не видел, кто меня сбил. Здорово, Роланд. Да, игра достаточно красивенькая. Да, Лёха молодец. Окей. Без пауэрапов, конечно, посложнее. Не знаю, зачем я бомбу взял. Но кажется, вот это оружие, которое прямо стреляет, оно очень мощное. Особенно если его вкачать. Ну, конечно, обзор у него похуже.
Ну, я же говорю, я вынес этот корабль очень быстро. Интересно, как самонаводка улучшается. Там, наверное, дракончиков должно больше лететь. Ну, в общем-то, как бомбочки летят, я тоже не знаю. Как они улучшаются, в смысле. Может, в ящике жизнь была? Я не помню, где здесь я жизнь подбирал, не подбирал. Но это вот максимум этой пушки. Дракончиков количество увеличивается. Наташе нравится этот шмап. Блин, фейл. Да блин, это я вниз случайно нажал. Битва на горе Арарат. А вот тут, видимо, русские будут. Три уровня осталось, включая вот, который сейчас будет. Да. Ну, чуваки, которые сзади вылетают, конечно, такое себе. В этой игре вроде их особо не было. Может, я буду теперь в это, в основное оружие вкладываться.
самой Sega CD гамаешь. У меня специальный флеш-картридж, который внутри... как это... VGA-чип... повторяющий Sega CD содержит. Вроде так. Нет, Крикс такое не умеет. Перо-юни он такое делает. Но это надо ресет делать. And what? Надо не забывать, что я могу дракончиков этих призвать, если не буду атаковать. Они очень увеличивают огневую мощь. Изи. А так я его фиг знает сколько бил. Перед туннелем жизни, сколько я помню. На первом уровне я не готов жизни тратить. Вообще его проще было бы не трогать, на самом деле. Но просто мне лень ничего не делать. 2 минуты. В Ригзе тоже есть версия, которая может воспроизводить CD-игры. 13 тысяч стоит, я не знал. Видимо, не так давно это появилось у него. Что такое-то, а? Я бы тогда покупал у Крикса, если бы была возможность. В тот момент.
Да что такое-то, блин, игра? Вот это подлость, когда просто выпадает откуда-то или выбегает сзади в мапе. Я расслабляюсь, и тут сверху какая-то хрень на меня падает. Чё, я должен помнить, что ли, где именно это происходит? Не знаю, вот здесь жизнь, я помню, была. Летела, по крайней мере. А где именно она выбивалась, я хз. Я не убил кого-то.
Ну, вообще, Криксу, да, доверия мне больше. У тех я первый раз покупал. И, ну, я бы не сказал, что я им сейчас нормально доверяю. Самоналодка все равно полезна, когда прокачана особенно. Прям их много летит. А жизнь, когда я получил, я на первом уровне же не нашел. Мне за очки дали. Может, самонаводкой я здесь жизнь убью, найду. А может, вот рыбина как-то связана с ней была. Вроде не похоже. Это было в горшке, но там что-то типа осьминог и какой-то злодей, а конкретно я там не понимаю. Все-таки это японские, короче, здесь приколы. Вот этих на облачках я разных уже видел ранее. В других играх тоже таких более японских. Блин. Да как так-то? Здорово, Диманчик. Да, тупняк.
Ну, обоих. Да, это собаки на ковре самолете. Ну, я не уверен, что это ковер самолет, но похоже больше на доску. Попробую в рыбу влететь. Да, в рыбе жизнь была. Как это меня бесит в играх. Что это такое? Какой налетел? Да, стены не дамажат, это, кстати, здорово. Я считаю правильно. Ну тут континью не бесконечные. Собака слева вылезет.
Это типа полубосс, ну да. Огурец, что ли, меня достал? Вроде этот уровень простой был. Короче, вот здесь нельзя дотрагиваться до стен. Но я в прошлый раз одну жизнь как раз там слил, и все. Наверное, надо было его сверху бить. Ящики там что-то не хотели ломаться, хотя остальные вроде ломались.
Тут сейчас сверху упадет, да? Еноты на летающих дельфинах. Самое то. Видимо, жизнь, если убить всех вот этих здесь енотов летающих, не знаю. Вот дали жизнь еще одну. Все-таки дают за очки, видимо, за определенные. Но не очень часто, иначе бы я замечал.
вынес прям, да. Это когда уже ты узнаешь, что босс делает, можно быстренько разобраться. Блин, я не то взял. Помню в последний момент. Ну, может, здесь я бомбы и оставлю. Для босса очень удобно. Кстати, тануки — это японские еноты. Я не знаю, они отличаются, да, от обычных енотов. Тануки отличаются от енотов так же, как кицуны от лис. Что-то про демоническое или нет? Или никак? Yep.
Типа, это на скорость. Не успеваешь, что через поезд придется. У Китсуны бывает много хвостов, у Тануки всегда огромные тестикулы. Ну я понял, да. Я, короче, когда демоническое говорил, что-то про это же думал. Но у них водятся вообще еноты. Может, они, я не знаю, придумали себе. Гирёк. Тут не всегда, короче, определенное оружие хорошо работает. Там у меня такая комбинация, что нечем было разбивать. В общем, видимо, водится. Коко. Смотрим, за 100 тысяч дадут жизнь. Американская армия, привет. Здоровый Сферион, да. Сейчас полезный против этого чувака, по идее. Мое текущее оружие. Собака. Здорово, Гаррет. Как я уклонился. Over here!
Да, юморной босс. Жизнь не дали, кстати. Дракон, который стреляет драконами поменьше, который стреляет драконами поменьше, который стреляет драконами поменьше. Вентер Веганжин, я помню. Есть оружие, которое стреляет другими пушками, которые тоже стреляют. Да, там есть, по-моему, с дробовиками и с пистолетами такая же. Не уверен уже. Да блин. Окей.
Девушка, как вам нравятся плохие парни, Диман? А вы что, плохой парень? О, да, еще как, я подсказываю Барасу на стриме. О, да. Еще как. О, да. И за 30 тысяч не дают же, я не знаю, откуда она там берется. Может, за убийство определенных врагов там давали, не знаю. То есть Диманщик тоже плохой человек. Так, понятно. Короче, этот контейнер я больше не буду разбивать. Просто bad boy. Boss of a gym. Да? Да нет. Можно. Можно. То есть ты хочешь так же заказать? Да нет. Блин, я думал, я убью ее раньше. На следующем я как раз слился. Тут задние ребята летали.
в больших количествах, судя по всему. Жизнь. Эти враги не стреляют, но когда лопаются, выпускают в тебя пулю. Там что-то типа на русском написано, вино. Какой-то билиберда, короче, написано. Ну, где-то что-то понятное. Вино ДЧТЮ, я не знаю, что такое, я не пил такое. Ну это что, это вражеский корабль? Советский корабль? Страшновато было. Too bad. This is mine now. So this is the Ark?
What do you want with this? You don't even know, do you? This ARC is a bionics factory. It contains state-of-the-art bioengineering technology with which you can create any kind of life form. Huh? Long, long ago, your ancestors came from a faraway planet in this ship, and the ship carried the cells of all kinds of creatures from their homeworld. Talking about, do you, Spot? Ma! When your ancestors arrived, the only life forms here were microscopic blobs of protoplasm. But using the cellular material from the Ark, they created a whole new breed of creatures and filled your planet with them. But nobody knew what their reasons were. Boring. Hey, let's do something fun. Yeah! You see, I am one of the species they created. I may look like a raccoon, but my brain is much bigger than that of a mere human. By using my super intelligence and the materials in this ARC, I will turn the Earth into a world ruled by raccoons! Like me. You're funny, Spot. Hey, you don't understand at all what I'm talking about, do you? Nope. This is a waste of time. Okay, let's start with you two then. Whoa! What's the matter? Cool! The Ark is sliding down the cliff! Spot, follow the Ark! We're gonna be in big trouble if we can't get the key back! Короче... Coming up next, KO Flying Squadron Chapter 6. The Caspian Sea Confrontation. Push to start! Привет, Анатолий. В общем, этот ключ... Это... От корабля нашей расы, с которой мы когда-то прибыли. И это не просто корабль, это ковчег. Там типа существа разные в нем были. И при помощи этого ковчега как раз вот этих тануки вывели. И он хочет захватить ковчег и наделать еще больше тануки. Сейчас я отойду на минутку. Да, на Sega CD они как бы на диск надо же что-то записывать. Вот они там картинки показывали, предысторию и все такое. Там реально опенинги целые. Короче, их проще не убивать, наверное. Может, из них пульки вылетают. Блин, что-то жесть.
Окей. Новый уровень сразу слился. Стандартно. Думаю, нормальный способ. Как я должен был это? Окей. Там бомбочки сделал. Ну, может, там на него и лучше будет. Он сам взорвался, что ли? Я даже не трогал его в какой-то момент. Да блин, здорово, Зелебоба. Надо было под ним пролететь. Game over. Окей. Чё-то сложно стало. Там, может быть, надо енота наверху убить сразу.
когда станет босс проще. Там что-то быстро ничего не убилось. Чуть не жизнь не потерял. Был не трогать его. Опять все по-старому. Ну, тут изменение скорости, оно практически не влияет. Он такое мизерное какое-то, и к нему сложнее будет привыкнуть. Я буду его использовать. Не стал рисковать в этот раз. Все равно эти очки ничего не дают. Не знаю, жизнь как непонятно выбивается.
Не знаю, почему она появилась. Вот, жизнь дали за 30 тысяч. Почему я потом такого не получал, я не знаю. Там какая-то хитрость есть. Да, я умер на уровне с ковчегом. Какой это? Шестой, я забыл. Наверное, шестой. Ну, то есть я два раза рестартовал. Один раз я умер на предыдущем уровне, видимо, на пятом. И вот сейчас я умер на шестом. Чтобы пройти, нужно всего лишь не получать урон. Точно, блин. Я раньше не подумал. Подсказки пошли. Так, на бомбы бы сменить, наверное. Тут будет еще апгрейды. Thank you.
Жесть, он быстро свалился. Ты знаешь, как убивать? Такой-то каждый грёбаный раз. Значит, скорее всего, я и вторую жизнь здесь потрачу. Здорово, Эллен. Добрый вечер. Ладно, не потратил. Повезло с верхушкой. Забыл про эту штуку. Пусть импровизировать. Грейды просрал. Ку-ку. Блин, там что-то было.
там ракеты вылетают иногда. А, блин. А, начинаешь прямо отсюда же. Вообще босс смешной.
Ну все понятно. Не знаю, я, наверное, пойду кушать, я...